своих преемниках на этой неделе говорил и белорусский президент. Александр Лукашенко отказался пускать в политику своего младшего сына Колю и кого-либо вообще из своих родственников. Я поклялся, что я ни в коем случае не буду передавать власть своим родным, близким, родственникам или детям. Это исключено. Но самое главное, власть у нас после Лукашенко будет у того, кто ее выиграет на выборах. Сына Колю, надо сказать, неоднократно называли возможным преемником Александра Лукашенко, но белорусский президент сообщил, что тот не демонстрирует политических амбиций. К тому же, цитата, он уже в 8-летнем возрасте наелся этой политики от отца. Конец цитаты. Тем не менее, младшего сына президенты часто видят рядом с отцом, причем почти на всех официальных мероприятиях. На парадах, дипломатических приемах и переговорах. Из последнего в Венесуэлу на прощание с Уго Чавесом Александр Лукашенко летал опять же вместе с сыном Колей.